чтобы отстоять честь Рязанской области. Ученики школы номер 47 вернулись с президентских состязаний, самых массовых спортивных игр страны. Ежегодно в них принимают участие более 10 миллионов обучающихся. Их ждут несколько ступеней отбора – общешкольный, городской, областной, межрегиональный и, наконец, всероссийский. Особенность игр в том, что в них участвует не сборная региона, а ученики одного класса конкретной школы. Ребята у нас на самом деле команда, сплоченный коллектив. Они сами за себя все говорят. Такие кричалки у нас были всегда. И всегда друг друга поддерживали на любом виде спорта. Лучшими рязанцы оказались сразу в нескольких дисциплинах. Из Анапы, где проходили состязания, они привезли кубок по баскетболу. Играли в стритбол. В финале их соперником стала сборная Пскова. Так как у нас владеет баскетбольными навыками, профессионально играет в баскетбол только Полина, мы с Катей старались создавать такую обстановку, чтобы не мешать ей забивать, и в свою очередь тоже помогали игре. Интрига в матче оставалась до последнего. Команда школы номер 47 сначала проигрывает 5 очков, но в финале матча им удается выйти вперед. Одержать победу помогла сплоченность и хорошая физическая подготовка. Мы ни разу не тренировались, мы 2 раза вышли на площадку просто побросать, почувствовать кольцо. И все. Ну, до этого, да, с Аждио мы тоже заняли первое место на областном этапе. И... играли мы как раз втроем тоже, и тоже выиграли. Покорилась рязанцам и другая спортивная высота. В беге на 1 километр лучшими стали Константин Катанаев и Полина Щербакова. Их результат 3 минуты 13 секунд и 3 минуты 30 секунд соответственно. Интересно, что ребята финишировали друг за другом, ведь девочки и мальчики стартовали одновременно. Я лично готовился каждый день. Я бегал, вставал утром с пробежки, отжимания, приседания, растяжка. Вот каждый день я занимался, постарался, хотел как-то, ну, может быть, побить свои результаты, которые были у меня в Сажнево. И, ну, может быть, то, что мне это удалось. Я пробежал километр лучше, чем в Сажнево, на 30 секунд. Победили ребята и в творческом конкурсе, исполнив олимпийскую песню и танец. Выступление заняло 7 минут. ВДВ, Сергей Есенин, «Рязанские купола», песни «Команда» и общий финальный танец. Параллельно на экране шел ролик с экскурсией по родному городу, который ребята также сделали сами. Просто фонтан, салют, бомба. Мы вышли за сцену после номера, мы кричали, мы радовались, мы прыгали. Другие делегации смотрели на нас и радовались вместе с нами. Это было очень здорово. 5-е место удалось занять в интеллектуальной игре «Что, где, когда», а также в мужских соревнованиях по мини-футболу. Однако по сумме всех конкурсов Рязань заняла лишь 36-е место. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».